Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева, и я расскажу о том, что будет происходить в Самаре в торжественный день 9 мая. 9 мая в 10:00 на площади Куйбышева пройдет военный парад. Вы можете стать участником парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга, и вместе с ней встать в строй бессмертного полка. Сбор участников шествия до 10:00 на улице Молдогвардейская в границах улиц Некрасовская и Ленинградская. После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и бессмертный полк пройдут по улице Молдогвардейская до улицы Полевая. Чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и бессмертного полка, жители и гости города приглашаются на улицу Молдогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая. Кроме того, в небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнут свою работу выставка военной техники и полевые кухни. Прямую трансляцию военного парада с площади можно будет увидеть на экране, установленном на площади Славы. В завершение всех мероприятий праздничный концерт «Мы едины в победном строю», который пройдет также на площади Куйбышева. Начало концерта в 18:00. Завершится концерт большим праздничным фейерверком. После праздничного фейерверка транспорт будет развозить жителей города с половины 11-го. На улице Самарской, на участке от Льва Толстого до Красноармейской, на автобусах и на трамваях с улицы Галактионовская. Кроме этого, время работы станции метро Алабинская будет продлено до половины первого. Хороших вам выходных! Желаю мирного неба над головой! С праздником!